Сотрудникам Димитровградского отдела наркоконтроля удалось задержать преступную группу наркопоставщиков и изъять крупную партию синтетических наркотиков. Наркодилеров задерживали одновременно в Димитровграде и Ульяновске. В результате проведенной работы из незаконного оборота изъято в общей сложности более 25 килограмм синтетических наркотиков, что составляет более 500 тысяч разовых доз. В состав преступной группы входили жители города Димитровграда в возрасте от 16 до 36 лет. Возбуждено уголовное дело.